Филиппа, добрым ранком. Да, доброе утро. Вон пришли к тебе. Значит, ты что тут делаешь? Я, ну, проливаю, подкармливаю. Ну, как вы видите, то, что он здесь подкармливает, в хорошем настроении, в хорошем состоянии. До этого мы показывали пересадку петуний, мы использовали немецкий грунт ТС-1, ТС-2. Филипп расскажет, что в основном ты чем подкармливаешь, для чего, что это дает, и чтобы для простого огородника или дачника было понятно. Давай. Первое, что я использую, это комплексные удобрения польской марки «Флоровит». Полный комплекс азот, фосфор, калий, плюс набор питательных микроэлементов, микровитаминов. Для того, чтобы клеточки растений получали полный комплекс питания, чтобы цвет был насыщенный, чтобы завязь цветка формировалась равномерно, чтобы кустистость была умеренной, лучше такие раз в 3 дня или каждый день по половинной норме подавать флоровит, буквально 25-40 мл на 10 литров воды, по 50 мл под кустик. И наши цветочки будут расти равномерно, радоваться жизни, кушать, развиваться, дарить прекрасные яркие цвета весны и лета. Вот эти химические элементы, которые здесь есть, калий, фосфор, бор, молибден, цинк, которые способствуют нормальному, здоровому развитию растений, чтобы они активно, благодаря тем бактериям, которые есть вот в здоровой почве, там 5 или 6 семейств бактерий, они активнее усваивались. Ну, что такое бактерии? Вот мы видим работу бактерий. Бактерии, они микробиологические, эффективные микроорганизмы, находятся на корнях растений. На корни растений поступают Филиппа питательные вещества, как флоровит или таргет, или еще хорошее удобрение «Зеленый доктор». Очень хорошее украинское удобрение, как для цветущих, так и для зеленых. Когда мы даем вот эти удобрения, то проницаемость, насколько вот, если сравнивать с обычным средним удобрением, вот проницаемость этих удобрений в молекулы растений? Ну, данные хилатные формы, то есть полностью водорастворимы, и усваиваются корнями, ну, процентов на 70 качественнее, нежели любые, скажем так, отечественные варианты, хотя есть достаточно качественные изготовители у нас в стране. Ну, я хочу сказать, вот мы видим пример, что вот это как кишечник. Но в кишечнике должна быть микрофлора здоровая. Вот Филипп для ихнего здоровья и вносит вот эти подкормки. Раз в 2 дня я прохожу биоглобином по листу и стараюсь при каждой подкормочке также биоглобин вносить под корень. 10 грамм биоглобина, если опрыскивание на ведро воды, или 5 грамм биоглобина, 5 миллилитров, 5 кубиков на 5 литров воды. Сейчас старайтесь не запоминать такие мелочи. Это вы уже со специалистом, с технологом можете выяснить. У нас, ну, не знаю, здесь или на консультации в Доме природы, где угодно. Так что, Филипп, вот это вкратце я дополнил то, что ты рассказывал. Я хотел бы сказать, что если работать по технологии внесения грамотно, циклично и равномерно вносить удобрения под цветущие и нецветущие растения. Под нецветущие мы будем давать один комплекс для формирования кустика, развития его до определенной нормы. После того, как начнется формироваться цветочек, мы уже будем давать вторую формулу для цветущих удобрений, чтобы наш цветочек рос и завязывался в большем количестве и объеме. Даже аромат изменяется. То есть то, что не кормится, то и не пахнет, скажем так, действительно. Вот. То, что мы подкормили, аромат здесь, ну, радует сердце и души. То есть у каждой петунии удивительный шлейф. Вот, пожалуйста, вот. А ну. О, а это вообще как Шанель отдыхает. И вот Филипп еще вот тоже параллельно эти же подкормки идут на огурцы. Как мы видим, огурцы, ну, хорошо развиваются и тоже получается, то есть, ну, практически неплохо они, эти подкормки, работают и на овощных культурах. Ну, думаю, Филипп, мы тебе не будем мешать. Да. Давай, трудись дальше. О! Один момент интересный. Смотрите, урожай уже приспел. А вот смотрите, что происходит с луком и чесноком. Видите, вот заболевания пошли. Можно было идти сейчас рядомилом или каким-то другим химическим препаратом против вот этого заболевания.
потому что это типа переноспороза или мучнистой росы заболевание, которое повреждает сначала кончики, а после этого оно идет как бы в луковицу. Что нам надо сделать? Нам надо уничтожить вредителя, эту вредоносную болячку, чтобы она не поражала сочную зелень. Естественно, и лук, естественно, чеснок очень нуждается, как сейчас, в некорневую подкормочку сделать. А я бы взял поливалочку, он стоит, красная поливалочка у меня там на заднем плане. Взял бы туда азотофит, растворил, микроэлементы какие-то лежали. И все это пролил бы с бактериями. Или здоровую почву, или азотофит пролил, чтобы он, лук и чеснок, был сладким, душистым, как 100 лет назад. Кроме того, что для роста мы дадим препараты, азотофит в частности, мы дадим фитоцид. Лучше, чем даже любой химический препарат, фитоцид лечит от бактериальных вот этих грибковых заболеваний, в частности, и луки, да и на деревьях хорошо, на яблоках там, на плодовых и так далее. То есть бактерии, которые здесь содержатся, бациллиус субтилиус, попадая при опрыскивании на перья лука и чеснока, начинают активно размножаться и уничтожать все вредоносные бактерии. Через неделю этот чеснок уже и лук поправится. Старайтесь переходить при защите, где только можно, на биологические препараты, не на химические. Потому что тоже, меня же уже давно работает, уже несколько десятилетий, часто слышу обвинения меня. Вот, семечка, тебе химию выгодно, ты ее рекламируешь. Я вот сейчас рекламной деятельностью не занимаюсь. Я просто занимаюсь как технолог передачи вам технологической информации. В данном случае тебе что, меня можно обвинять, что я пытаюсь пропагандировать биологические препараты? Биология или химия, или еще какие-то другие, ну, как говорится, инструменты, которыми оперирует технолог, они нужны для какой-то данной операции, и которую нужно провести. И, естественно, как технолог, их используют, те или иные препараты, в целях не выгоды, а целесообразности. Но я больше чем уверен, что большинству нормальных людей наша передача принесет, как говорится, говорю, от души пользу вам и вашим семьям, здоровье вашей семьи. И это я говорю вам искренне. Сейчас мы производим посадочку томата. Вот он уже сформирован, наш будущий кустик прекрасного томата Лиана Берберана. До 15 килограмм с куста полноценных вкусных томатов. Мы видим прекрасный сформированный корень. Во-первых, генетический материал качественный очень. А во-вторых, 2-3 подкормочки в неделю биоглобином плюс комплексом минералов. И у нас получается вот такой вот прекрасный будущий кустик лиановидного томата. Что мы дальше делаем? Выкапываем ямочку. В основном посадку производить во второй половине дня. Почему это важно? Это важно в том случае, если погода жаркая, не пасмурная, да, и солнце может подварить кустик, будет ему нанесен дополнительный стресс от пересаживания и дополнительный стресс от жаркой погоды, ему будет сложнее прижиться. На юго-восток распределяем корень, убираем нижние листы, вот, придаточные корешки должны быть в земле, они помогут быстрее укрепиться кусту и в то же время развиваться. Пожалуйста. Смотрим, так, заливаем сюда раствор биоглобина и фитоцида. Для чего? Более быстрое приживание будет происходить у корня, и в то же время антибиотическое действие за счет живых микроорганизмов, они во влажном грунте будут развиваться и в то же время поддерживать равномерное развитие растения, не давая ему погибнуть от вредоносных бактерий и грибков. Дальше
будем производить посадочку огурца. Вот, он уже у нас начал цвести, плодоносить. То же самое, мы располагаем корешок на юго-восток. Добавочные корешки мы тоже располагаем под землей, равномерно выравниваем почву. Вот, можно даже вот так вот сделать, немножко присыпать земелькой. Ему хуже от этого не будет. Корешки будут равномерно разрастаться по всей площади. Вот, он укрепится и будет питаться с почвы равномерно. Снова-таки раствор биоглобина и фитоцида укрепит его от вредоносных бактерий. Ну и в то же время поможет ему быстрее прижиться, приспособиться к условиям данной среды обитания. Ну что, Филипп, я смотрю, ты показал пример посадки. Надо четко сказать, что когда будет высаживаться помидоры, то в ряду должно быть, там, между рядами помидор, метр, а в ряду не ближе, чем 40-50 сантиметров. Лучше 50 сантиметров, 50 на метр. То есть ряды с севера на юг будут идти, то, ну, огурцы в ряду 30-40 друг от друга, между рядами метр. Всегда смотрите на формирование корневой системы. Корневая система должна быть мощная. Всегда убираете вот эти листики и смотрите на вот эти вот корешки добавочные. Корешки добавочные уходят аж сюда. Следовательно, растение будет под землей вот так. Вот отсюда пойдут огромные добавочные корни, которые дают огромный куст с большущим количеством просто живописно красивых плодов. Мы дожидаемся, вот бурьяны разгулялись. Еще 2-3 дня посмотрим, как пойдут дожди. Вот и собака пришла в гости. Вот. Мы сразу же с тобой возьмем гербицид и опрыскаем, ну, за неделю перед дождями. А для чего мы будем ждать дождь в июне? Для того, чтобы посеять моркву. Все сеют моркву вот пораньше. Но это на черноземе. А на вот таком песке она сейчас, ну, расти не будет. Ее надо поливать, а питательные вещества все будут промываться. Уже, как показывает практика, да и многих сумчан, 60%, кто меня послушал, сеял моркву где-то в июне туда, на Троицу, то получается, что? Что эта морква позже растет, под дожди попадает, уже в августе не та жара, в сентябре, и она созревает позже, и она хранится лучше в два раза, не так гниет. Потому что та морква, что уже растет, сейчас как пойдет, ну, она как поварится в этой земле, она вареная будет. Естественно, храниться будет хуже. Вот и все, Филипп, что я хотел рассказать. Разрешите нам закончить данную программу. Желаем вам добра, любви, и чтобы окружающие люди вас радовали своими улыбками. Всегда ваши Виктор Семич и Филипп Семич. Спасибо.